Ну что, вот и начинаем слово выживание. Посмотрим, что из этого получится. Побегаем, повыживаем. Попробуем найти приключения на свою задницу. Ну вот, теперь есть чем обороняться. Отлично. Великолепно. Здравствуйте. Нет. Отлично. Так, вижу, типа, первый клиентик. Чё за... Джесус. Спасибо за лут. О, бобовка. Отлично. Топ штаны. Хорош, хорош. Кирка. Найс. Надеюсь, меня радиация бить не будет. Вроде как не должна. Кости не нужны. О, хазмат. И куда мне это все складывать? Скажите мне, пожалуйста. Ну все. Еще переплавим топливо. И будет просто шик. Лишь бы сюда никто не пришел. Отлично. Ждем, пока доплавится топливо. И выдвигаемся дальше. Ну, плавься же. Вот, все, отлично. Ну все, выдвигаемся. О, отлично. Айр упал прям сюда. А, жесть. Но если я просру все, это будет просто фиаско. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот и мы рискнем.
Посмотрим, что из этого получится. Так, мне уже кажется, зря я сюда пришел. Аэро еще не упало, там уже дикие перестрелки. Вижу типа. Арбалета, хэд, хит. Тут еще тип. Нет, я ухожу. Это без вариантов. Без шансов. Интересно, что они там оставили? А, понятно. Ну, хотя бы что-то. Стреляются. Не понял. Это ж контраб, конечно. Офигеть. Топовый топорик. Найс. Сел. Стрел. Прикольно. Прикольно. Опа-на. У нас клиентик. Офигенно. Я понял. Ну, спасибо, спасибо. Thank you. Пожалуйста, всегда. Братан, пожалуйста. Я думал, меня будут кемпить. О май гад. Что это за жест? Так, что происходит? Только не это, они собираются строиться возле меня. Соседи мне не нужны. Тип. Вон он. Наш клиентик. Ага. А стрел-то у меня нету. Сейчас пойдем на космо. Для этого нужно набрать воды. Все. Можем отправляться. Опа, она. Ну, давай, Томпсон. Понятно. Ну ладно, хотя бы что-то.
Во-во-во, минус 7 градусов. Подлегче. Можно немножечко потеплее быть? Вот, вот, спасибо. Я здесь вроде никого не слышал. Едет, едет сюда. Да. Ну, отлично, турель. Уезжай, уезжай отсюда. Да, да, умничка. Так, 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 надо. Ну, так. Уезжай, уезжай. Так, ящик. Понятно. Очень полезно. Сундуки на месте. Либо никого нет. Фонарик. Что, давай. Ноутбук, понятно. 25 скрапа. Калаш, пожалуйста. Понятно. Оп! А вот и огнестрел подъехал. Не самый лучший, конечно, но... Для начала хоть что-то. Damn! Я понял. Я понял. Попытка номер 2. У меня вообще такое было первый раз. Чё происходит? Вот так. Ну и ошибкой не надеялся. Ну, неплохо, неплохо. На дороге кепка, по-моему, убегает. Попал, повалил. Отлично. Кто-то у нас топовые штанишки. Неплохо. Растаман. Откуда? А, вон. Вижу. Попал.
Блин, да он сейчас отхилится, да и все. Да когда ж ты сдохнешь-то? Понятно. Ну, спасибо. Я тут контент пытаюсь мутить. Спасибо. Так, бежим на аэр. Может быть, нам что-нибудь перепадет. Я здесь не один. Да ладно! Где-то в кустах. А вон она, жопа негритянская. Пайпа. Отлично. Все, идем домой. Там, слушай, стрельбу. Если сейчас еще и револьвер отожмем, это будет просто великолепно. Там вижу, вроде как, да, вижу. Ой, попал. Боже! Боже! Нет! И деревик. Уходим. Просто уходим. Ой, они меня заметили. Все, валим. О май гад. Черт. Они не увидели, как я свалил? Чего они там забыли? Это моя территория. Вон он, один. Где второй? У меня же две стрелы влетело. Так, а вот это мне не нравится. Типа, о, стрела. Да подбери ты ее. Да что ты будешь делать-то? Может, попадем сегодня?
Я понял, я понял. Напугал меня до усрачки. Ты чё так делаешь-то, а? О, вот и камешек подлетел. О, так, думаю, надо пойти подпофармить немного компонентов. Не понял. Вот это я просто артомастер. Да what the fuck? Может я попаду сегодня, нет? Полегче. Так, собираем ресы и валим домой, я так думаю. Офигеть. Ну что ж, под конец серии, думаю, сделать вам рейд соседа. И на этом будем заканчивать эту серию. Такой соседушка с деревянной дверью. О, what the fuck? Хотел спокойно порейдить. Я понял, братишка, я тебя понял. Я понял. Спасибо. Сучара.